Балет, который идет на сцене Бурятского театра оперы и балета уже 50 лет, ни разу не выходил из репертуара. Речь о знаменитой красавице Ангаре, Льва Книпера и Бао Емпилова. Это легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале, его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. Сразу после прогноза погоды на вторник 6 декабря расскажу, когда можно будет увидеть фрагмент из легендарного балета. В студии Лия Балданова. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике переменная облачность, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. По северным районам пасмурно, ветер юго-западный 2,4 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 21, минус 15, днем температура воздуха минус 16, минус 11 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге облачно, с прояснениями, ветер западный 4,1 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 16, минус 11, днем температура воздуха минус 14, минус 8 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ пасмурно, ветер западный 5,8 метра в секунду, температура воздуха ночью составит минус 11, минус 17 градусов, днем минус 15, минус 8 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на вторник, 6 декабря. 9 декабря на сцене Бурятского театра оперы и балета концерт-бенефис народного артиста Бурятии Булыта Роднаева. Зрители увидят фрагменты из классических балетов, в том числе и знаменитой красавицы Ангары. Мы вас ждем!